Мальта является примером страны, которая совмещает в себе максимальную привлекательность как для холдинговых структур, так и для торговых и финансовых компаний. При выплате дивидендов из Украины на Мальту и применении Конвенции об избежании двойного налогообложения Украина-Мальта, украинская компания может удерживать налог у источника по ставке 5%. А мальтийская компания, получатель таких дивидендов, как правило, может применить Participation Exemption и не включать такие дивиденды в базу налогообложения на Мальте. В свою очередь, при грамотном структурировании торговая прибыль, а также проценты и роялти, полученные по внутригрупповым займам и лицензионным договорам, будут подлежать налогообложению на Мальте по эффективной ставке 5%, а налог у источника выплаты в Украине не превысит 10%. При правильном комбинировании, смешивании структуры доходов мальтийской компании и использовании мальтийского режима зачета иностранных налогов, на Мальте возможно достижение одной из наиболее низких на сегодняшний день эффективной ставки налогообложения в ЕС. Компания KPMG предлагает вам провести бесплатную встречу, на которой мы расскажем об особенностях мальтийской системы налогообложения и о том, как эффективно использовать Мальту в структуре вашего бизнеса.